Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру протидія рейдерству. 2 листопада в Україні набув чинності закон про боротьбу з рейдерством. Цей закон номер 1056-1 встановлює низку дієвих антирейдерських запобіжників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила заступниця міністра юстиції з питань нотаріату Ольга Онищук. Завдяки чому існує рейдерство? Наскільки воно поширено на Миколаївщині? Як саме новий закон допоможе протидіяти рейдерству? Дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя в студії, голова відділення нотаріальної палати України Миколаївської області Кирило Нехимчук. Кирило, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Кирило, будь ласка, що таке рейдерство і чому воно стало проблемою? для Украины? Ну, если коротко, рейдерство это захват. Захват каких-либо активов у предприятия, у юридического лица или у физического лица. Почему оно стало проблемой в Украине? Ну, совпало сразу несколько факторов. Первый фактор. Если мы Чуть-чуть сузим э, тему нашего разговора. Для начала, э, в частности, поговорим о земельном рейдерстве. Да, и о рейдерстве на рынке э, сельхозпредприятий. Вот. Э, 22 года назад, когда я начинал работать нотариусом, рейдерства не было. Взагали не было? Вообще. По одной простой причине. Земли было очень много. Землю давали всем желающим. Грубо говоря, каждый человек мог, мог прийти в сельсовет, написать заявление, что я хочу работать фермером, ему сходу давали 40-50 гектаров земли. Это прямо предусмотрено и до сих пор предусмотрено земельным кодексом, такое право гражданина просто свободной земли нету. То -то сегодня... И земли... вот это как раз второй фактор. То есть земли было много, фермеров мало, и сельхозбизнес был не такой прибыльный. Фермерам было очень тяжело работать. Ты брал землю, нужно было сразу людям платить. Эм, техника была старая: средства защиты растений, удобрений или не было, или были какие-то несовременные, старые Посевного фонда тобто нормального не было. Фермерам, да? Так? Это был очень-очень-очень тяжелый труд не самый прибыльный по сравнению с, там с торговлей, да? купил по два, продал по четыре. Сезонный труд, то есть ты должен был за сезон успеть заработать столько, чтобы просуществовать и прокормить себя, семью и работников целый год, потому что зимой у нас в наших климатических условиях ничего не растет. И не все фермеры выживали? Конечно, далеко не все. То есть вот на моих глазах определенное произошло смена поколений, и с тех, с кем я начинал работать, осталось ну, процентов 10. Те, кто начинали 22-23 года назад. А что мы имеем сегодня? Вот. Ну и второй фактор, который на это повлиял, это простота процедур. Мы все время, все эти два года, ориентируясь на Запад, на Европу, шли по пути упрощения ведения бизнеса. Упростили одно, второе, пятое, десятое оформление земли, оформление аренды. То есть раньше это были все громоздкие, бюрократические, сложные, зарегулированные процедуры. Вот. Все время государство при всех президентах, при всех кабинах мы постоянно шли по пути упрощения этих процедур. И так совпало, что ну, ориентировочно лет 5, 6, 7 назад. Во-первых, Во ресурс земельный закончился, то есть агробизнес стал очень доходным. Он также остался рисковым, но тем не менее доход уже позволял пережить зиму и не урожай и так далее. Желающих им заниматься стало очень много. Количество земли, как вы понимаете, не уменьшилось, Украина не резиновая. Желающих работать на земле стало много, доходность агробизнеса выросла, а процедура переоформления земли и бизнеса упростилась настолько, что стало как решето. А скажите, пожалуйста, насколько актуальна для Миколаевщины проблема рейдерства? Ну, как и во всей Украине, абсолютно актуальна и периодически... То есть мы не отличаемся от від других областей? Ну, мы... Чуть-чуть чуть отличаемся. А, ну, у нас это не приобрело массового и какого-то такого поголовного явления, что в каждом районе, в каждом сельсовете постоянно, изо дня в день а, идут а, какие-то войны. Нет, периодически в разных районах это вспыхивало, вот. но оно не приобрело у нас такого прямо глобального масштаба, так? да, ну, что, глобального. Есть области, я не буду тыкать пальцем, это некрасиво, но есть области, где ситуация намного тяжелее. Там, во-первых, земли богаче. У нас не самые в Николаевской области не самые плодородные земли. Чуть севернее и восточнее у нас гораздо богаче черноземы, цена земли выше и Драка за них похлеще. А какие объекты наичастейше стают жертвами рейдерства? Ну, это две группы объектов. Первое – это юридические лица с деньгами на счетах, либо с дорогим имуществом, либо с какими-то хорошими производствами, вот. И, собственно говоря, земля как средство производства, на которой выращивается урожай. Это два разных типа рейдерства. То есть захват юридических лиц и захват земли. Вот их нужно рассматривать чуть в отдельности, потому что захват рейдерства происходит по-разному в отношении предприятий и в отношении земли. Это разные виды рейдерства. Да. Кирило, ми поспілкувалися телефоном із Володимиром Євсієвим, директором регіонального фонду підтримки підприємства у Миколаївській області. Ось його коментар щодо нового закону і проблем рейдерства. Будь ласка. в року... підприємці у 2019 році до всіх нововведень ставляться з острахом. Це також пов'язано з податковими змінами, і тому все, що робиться, сприймається трохи з острахом. Безперечно, закон життєво необхідний, але найголовніше розуміти, як його будуть імплементувати, хто його буде реалізовувати, якими зусиллями, якими службами. Якщо це будуть ті ж служби, що й раніше займалися захистом підприємців від рейдерства, адже рейдерство не вчора придумали то ну не знаю, який буде результат роботи цього закону. Якщо з'явиться щось нове, то це не з'явиться швидко і невідомі повноваження цих структур, що будуть перевірятися. Насправді найважливіший момент це не сам по собі закон, а те, як він буде реалізовуватися, як до нього будуть ставитися служби поліції, прокуратури, суди. Тому що насправді за з злишком років розвитку бізнесу, зокрема малого та середнього, на нашій батьківщині, кількість рейдерських атак обчислюється тисячами, і ніхто не поніс ніяких покарань. І, як правило, це дуже довгий процес. Потрапивши під рейдерський прес, відстоювати власні права, доводити те, що твій кіоск, твій магазин, твоя база, твоя студія це насправді твоє. Якщо полегшити це завдання закону, і ми побачимо відповідні результати, то всі підприємці будуть цьому щиро раді і будуть всіляко сприяти тому, аби його імплементація була ефективною, якісною і пішла на благо розвитку нашого суспільства і всієї країни в цілому. Цитими днями працюємо в прямому ефірі Крила. Дійсно, закони можуть бути найкращими, але як буде контролюватись виконання саме цього закону? Ну, смотрите, я не на 100% процентів согласен з э, уважаємо спікером. Э, Дело в тому, що, в частності, в случае рейдерства, якраз такі э, черезмірне упрощення законодательної бази зіграло з нами дуже злу шутку. Да, Ми піднялись. там на несколько строчек когда принимали эти законы э, в рейтинге ведения бизнеса который составляет мировой банк но при этом упростили процедуру переоформления настолько, что э, ну, даже думать не надо было классический пример то есть по старой редакции закона, которая слава богу уже изменена вот принятием этого антирейдерского закона номер три, если мне память не изменяет это уже третья вариация антирейдерского закона до него для того чтобы переоформить руководителя любого юридического лица к регистратору юридических и физических лиц должен был прийти при внимание новый директор, новый со своим паспортом, кодом и протоколом о своем назначении. Подписи, на котором заверять было нигде не обязательно. Как вы думаете, сложно было при такой законодательной базе захватить предприятие? Думаю, еще система Очень дуже спрощена. Очень просто. Была. Причем, понятно, что законные собственники рано или поздно его возвращали. Но поэтому и прижилось у нас вот это иностранное, ну оно не иностранное, но термин, Хотя есть захват, да, захопление, это по сути дела синонимы одного и того же понятия, явления. Ну, прижилось рейдерство в отношении какой? Рейд это движение. То есть рейд при, прийти, что-то захватить, унести с собой. Вот в отношении юрлиц это самое классическое рейдерство. Приходил такой директор к регистратору с паспортом, кодом своим. Протокол о назначении его любимого на должность директора предприятия. Регистратор брал, его закон обязывает взять, брал и регистрировал нового директора. Какие дальнейшие шаги этого директора? Вин набрав свою команду, да так? Да ничего подобного, Нет? все намного проще. Зачем? Если он знает, что он неправ, и рано или поздно его выгонят, заберут печать, там посадят. А для чего это? Гораздо проще. Он второй... Второе место, куда он идет после регистратора, это банк. Захватывались нищие предприятия, как правило, а те, у которых на расчетных счетах были более-менее серьезные средства. Или активы, или техника дорогая, или дорогое оборудование. И в течение одного-двух, хорошо, если банк как бы пытался это дело приостановить, связаться с бывшим директором, иногда директор в отпуске на море, Звонят банк и говорят, тут счет обнуляют, как обнуляют? Ну, вы же нового директора назначили, немая сцена. То есть следующим этапом после регистратора банк платежечка на 10 фирм однодневок деньги перечислили. После этого печать можно выкинуть в урну и даже не приходить на это предприятие уже. Фирмы Однодневки деньги обналичили через конвертационные центры Изникли. и все. Угу. Вот это самый классический пример рейдерства, от которого можно избавиться только законодательно. Слава Богу, дошло. И когда это вводилось, мы нотариусы кричали. И уважаемая Ольга Онищук, которая была нашим вице-президентом, заслуженно пригласили ее на работу в Кабмин, в частности в Министерство юстиции профильным замом испытание регистрации нотариат тоже ее компетенция как раз два с половиной года активно над этим рубились что ребята вы до упрощались до такой степени второй уже никуда так земельное рейдерство то есть для того чтобы работать на земле поскольку у нас вся земля в основном э, распаевана, э, когда-то ее всем э, работникам колхозов совхозов и социальной сферы, нарезали всю сельхозземлю украинскую. У нас 14,5 миллионов пайщиков где-то, 42 миллиона с половиной гектар земли. Вот. Она вся нарезана на участки там, по 5, 6, 7, 10 гектар. Вот. Продавать ее нельзя. У нас действует мораторий. То есть фермеры и сельхозпроизводители разных форм собственности берут ее в аренду. Оформляется аренда простым письменным договором, который, опять же, подается на регистрацию когда-то в Сельсовет, потом был этап, когда подавалось в отдел земельных ресурсов, который уже 33 раза поменял название, сейчас подается, потом была регистрационная служба, потом просто госрегистраторы в лице регистраторов органов местного самоурядования и нотариусы договор, на котором из всех реквизитов собственника только его подпись корявенькая. Все. И этого было достаточно? И сейчас. И даже зараз? Да. Для того, чтобы взять землю в аренду. Что делают люди? Они делают договора о расторжении, подделывают подпись нынешнего собственника. Потом делают договор с собой, приносят к регистратору, вот. Дают ему, он берет, все красиво. Вот договор о расторжении с предыдущим, договор о аренде со мной. На, регистрируй, регистрирует. Потом получается, что у нас на поле выезжают две группы комбайнов, потом прибегают люди и начинают выяснять, чья же такие пшеница. То есть вот это классический пример рейдерства на рынке земли, когда захватывают право, там уже тоже иногда проскакивали такие быстрые, то есть быстро захватить поле, быстро собрать урожай. А что такое урожай с поля? Это несколько миллионов гривен. То есть там, в зависимости от того, какая культура посеяна, это несколько миллионов гривен. То есть ты не вложил ни копейки ни в обработку почвы, ни в семена, ни в механизацию, ни в зарплаты, ни во что. Ты просто вложился в бумажки. Хоть я и не люблю, когда люди так говорят, ну, их жаргоном, да, в бумажке купил или недорого заинтересовал регистратора, за малую мзду, как говорится, он тебе это все порегистрировал за день до начала уборки, ты выехал своими комбайнами, убрал, пока хозяин, как правильно говорил Владимир Елисеев, милиция, прокуратура, суд туда-сюда, а КАМАЗы уже уехали с зерном. И все. Кирило, у нас є ще один коментар. Начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області Роман Возняк. Ми теж поспілкувалися з ним телефоном. Давайте послухаємо його коментар зараз. Давайте. Будь Роман, ласка. Роман Іванович, На мій погляд, а це закон Чому? Тому що проблематика рейдерства, вона була на теренах всієї країни, не тільки на теренах Миколаївського області. На щастя. Динаміка і, ви, і прояви цього рейдерства в Миколаївській області були менші, ніж в інших областях. Але вони також були, да? на сьогоднішній день законодавство передбачило, що більше не буде здійснювати реєстраційні дії так звані комунальні підприємства, які, ну, яких взагалі ототожжували редерством, і які, працівники яких допускали найбільшу кількість. Помилок або порушень, скажімо так, да? сьогодні вже вони не будуть працювати Все вже з 2 листопада. Сьогодні вже започатковано е, подвійне визначення, хто саме проводить державну реєстрацію. Тому що були такі випадки, коли отримували невідомі люди е, ключі доступу до реєстру, передавали свої ключі іншим людям і працювали то інші люди. Сьогодні е, вже Ключі електронні передаються за принципом, що людина його отримує, фото, фотографується відразу, видно, що це дійсно цей працівник отримав цей ключ, а не невідомі особи з інших регіонів. Так? Сьогодні вже законодавство передбачило можливість захисту саме ключів державних реєстраторів від дії третіх осіб, тим, що при підтвердженні дії в реєстрі буде надходити. Там смс підтвердженим коду, так як в 24, наприклад, да ми користуємося нам на телефон приходи підтвердити, що ви входите саме до своєї права. Ну, Будь-якому разі додаткова законодавство, яке посилила і рівень відповідальності державного ресурсу за порушення і посилила рівень захисту, вони є, на мій погляд, позитивним і має створити умови, за яким прояви е, порушень в сфері. Реєстрації бізнесу і нерухомості будуть значно меншими. На мій погляд, так. Як відтепер був, здійснюватиметься доступ реєстраторів, реєстраторів до державних реєстрів? Ну, смотрите, в этом плані мені очень понравился где-то місячний давності коментарі бившого. Айтишника Банковского, да, есть такой известный человек, Дмитрий Дубилет, который разрабатывал там Айти для Приватбанка в свое время, вот этот Приват-24, который, когда его посвятили в тему рейдерства, и когда он посмотрел на наши реестры, сказал, господи, это кошмар какой-то. Как можно было дать людям неограниченному, чтобы вы понимали, около там порядка 12 до 20 тысяч регистраторов разных в Украине, да, практически неограниченному числу людей, полный доступ к имуществу и имущественным правам граждан Украины, э, в ответ, надеясь всего-навсего на их э, законопослушность. То есть, ну, для него, как для айтишника, который создавал Приват 24, которым все мы пользуемся, да с двухфакторной аутентификацией, то есть ты вводишь логин, пароль, потом еще обязательно проходишь вторую степень сверки, что это ты, либо звонок на мобильный телефон, либо смс в приложение Privat24, либо сканирование QR-кода с твоего компьютера. То есть два раза система проверяет, что это ты, и это действительно ты реестры наши были устроены абсолютно по-другому. Логин, пароль и ключик на флешке. Все. И потом в системе было абсолютно без разницы, кто работает под этим логином, паролем и флешкой. То есть двухваторной аутентификации не было. Плюс доступ к профессии. Когда к распоряжению имуществом, а земля – это дорогое имущество, заводы, фабрики, все же в, этом, в этих реестрах, допустили людей, для которых скажем так, 100 долларов это сумасшедшие деньги, вот, то, разумеется, у них появился соблазн зарабатывать. Более того, соблазн зарабатывать появился такой, что эти люди, даже когда их ловили, лишали права работать. Что они делали? Вот о чем говорит Роман Иванович. Так называемые черные регистраторы, КПшки. КПшки это наше сленговое слово, которое обозначает коммунальные предприятия, созданные каким-либо органом местного самоуправления с целью государственной регистрации. Они были разрешены предыдущей версии закона про державную регистрацию. Вот. И они начали плодиться, как грибы после дождя. То есть приходит такой Остап Бендер в какую-нибудь Крюкевскую сельскую раду. Говорит, хотите денег зарабатывать? Они говорят, да. Принимайте на сессии решение о том, что вы создаете условно КП регистрация нерухомости то бизнесу. Вот, и я вам буду платить там, 10 тысяч долларов в месяц просто. И плюс еще в бюджет там админ сбор будет капать. Они говорят, да, ты просто наш, заработчанин ты наш. Они говорят, давайте депутатам зарабатывать будем, будем в самой богатой громадой. Депутаты, разумеется, за а на справе ведь совсем иначе. После этого этот человек, Остап Бендер условный, берет эти документы, находит двух э, людей с высшим юридическим образованием, а у нас их в стране ну, очень много. И на базаре торгуют, и машинистами работают. Ну, то есть у нас в свое время, 20 лет назад, юристов, не выпускал только ленивый, даже в Николаеве. И НКИ, и Мечникова, и Юракадемия, и все-все-все. Находишь двух юристов, едешь в Киев, покупаешь им право работать там, или законно отправляешь их на курсы, они сдают экзамены. Рыла, я перепрошу, вы сейчас настолько ретельно рассказываете, <laughs> а если якщо... не, а если этого садишься и начинаешь... возможно, они скажут, о, да Та ты так легко заработал. Было. А. Ключевое слово было. О, О, Кирилл, подкресли, ты, пожалуйста. Да. Ласка. Это было. Этого уже нету. У нас остались только регистраторы при органах местного самоуправления непосредственно, вот как Николаевский цнап. У нас остались регистраторы только в органах государственной власти. Это при райдерш администратор и нотариусы. О, еще почули, Да. Что... Три вида регистраторов: ОМС, РДА и нотариусы. И все. Коммунальных предприятий уже нету. И... Ну, они может юридические лица и есть, но регистрационных действий они осуществлять не могут. Раньше они осуществляли, делали абсолютно все, причем за вот этой вывеской и двумя работающими, как правило, стояли люди, которые всем этим руководили и зарабатывали деньги. Ну і займалися рейдерством, так. Да. Крила, і останнє питання. У нас залишається хвилина. Будь ласка, так чи мало. зможуть ці нововведення зробити земельні відносини і не лише земельні відносини прозорими та контрольованими? Тобто, чи зможемо ми подолати все ж таки рейдерство? Дуже швидко пролетіло, практично не встигли розказати, що зробили. Однозначно, да. тому що, во-первых, обрали найбільші дири. То есть убрали аккредитованных субъектов, это коммунальные предприятия, убрали вот это вот необоснованное упрощение регистрационных процедур, наоборот их усложнили. Теперь регистраторы должны относиться к этим документам приблизительно на том же уровне серьезности, как и нотариусы, проверять все, начиная от того, кто выдал документ, жив ли он или не жив. Регистраторов сейчас проходит процедура подключения к реестрам ЗАГС, к реестрам доверенности. То есть они теперь будут проверять все досконально, уже липовые доверенности, договора от умерших людей уже не пройдут. Конечно, это качественно поднимет уровень защищенности нашего имущества и наших прав. Идеала не будет победить преступность, искоренить. В это верили только в Советском Союзе. Ее невозможно. Все равно будут находиться доверчивые люди, все равно будут находиться преступники, но теперь им намного сложнее. Ну и всегда я говорю, уделяйте внимание своей собственности. Ну что ж, Крыло, спасибо на те оптимистичные ноты мы завершаем наш эфир сегодня. Крыла, Нехимчук был у нас в студии, а какую будет уже наступная тема, подкажет наступний день. На все добре. До побачення.